Если в хрониках порыться, есть печальный там рассказ. Жил на свете юный рыцарь, был в походах он не раз. На прекрасных сарацинок юный рыцарь не глядел. Был застенчив, словно инок, и под панцирем худел. И под панцирем худел. Не снимал стальные латы он ни ночью и ни днем, но висели эти латы, как на вешалке на нем. Он в сражениях был отважен, но погиб не от меча, а растаял, прямо скажем, как от пламени свеча, как от пламени свеча. Ла-л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 а. Был в пустыне похоронен он под звуки медных труб. Как известно нам из хроник, был тот рыцарь однолюб. Древние хроники внимаем мы с волнением в крови, потому что понимаем, что сгорел он от любви. Что сгорел он от любви.